Салют, гайз. Так, у меня сегодня, в принципе, продажа вот этих вот колонок Bionet вторая пара, которую только вчера распаковал. Как бы на них был чуть-чуть раньше клиент. Увидел их в YouTube первую пару, захотел такую самую, я нашел. Сегодня должен подъехать из города Житомир. Делаю такой предпродажный обзор. В общем, состояние у них косметика, для своих лет, я считаю, на пятерку, крепкую пятерку. Они в натуральном шпоне, в дубовом. Те были в ореховом шпоне, а те в дубовом шпоне. Все ровненькие, края ровненькие, нигде не обиты, не подмалеваны, нигде. Короче, акустика хрена. Это топовая модель Bionet 482 на топовых аудиофильских динах СИС. Низкочастотник 250, среднечастотник висотон 100 мм, бумага. Очень крутые подвесы, СИС, полностью с маркировкой, везде СИС. Оригинальные пыльники, никто их никогда не клеил. Болты в оригинальном состоянии, ни разу не крученные. Шипины никто никогда в жизни не снимал. Головки, конечно, охренительные. 4 полосы. Низкочастотник, среднечастотник. Среднечастотник СЧ, ВЧ. И вообще СИС. Вот это твиттер, средний частотник с высоким частотником и, вы меня поняли. Да. О, ну классно играют они, блин. Так, это правая колонка. Так, у нас источник сегодня Сидюк, Сонька, 33. Сейчас мы все выливачки прослушаем. Короче, по техничке идеал. Все идеально работает, все динамики идеально работают. Все, левая колонка, что правая. Вес одной колонки 20 кг. Я уже повторюсь, высота 800 мм. Глубина 32 с грилем. Кстати, оригинальные грили есть на них. Шильдик оригинальный, металлический. На тех, кстати, не было оригинального шильдика. Здесь оригинальный шильдик есть. Я сейчас покажу. Дорогие, я тут не один. Заходи. Сейчас покажу оригинальные грили. Оригинальные грили, конечно, они постирать надо, бо им уже, блядь, больше 30 лет, им колонка, такой материал, типа лен, такой плотный. Bionet, металлический. Все крепления целые, ничего тут не поломано. Тяжелый гриль, килограмма, наверное, блин, полтора точно. Все крепления целые. Тут ничего, места не раздолбаны, все тут прекрасно. Здесь так само все. Маликиси побывала тут на шахте. Тоже везде, на другом гриле тоже везде. Крепление присутствует. В общем, клиент останется доволен. Должен подъехать где-то. Специально подключил еще раз перед дорогой, перепроверю. Так, слушаем мы сегодня с источника Сонька. Вот модель X33 есть. Хороший аппарат, хороший там сапс, это победник. Так, и слушаем через мой любимый усилитель ТИК, топовый усилитель винтажный ТИК, модель AM50. Так.
Como é sempre, a nossa orquestra.